Это вот такой каньончик. Ага. Ну, не зря, не зря. Смотрите, я не ожидала. Я думала, все такое на западе. Ну вот я поэтому и давно хотел сюда попасть. Что до запада никак не доехать. Совсем понял. Совсем понял, зонки не знаю. Подъемников не вижу. Не, ну понятно, что где-то там есть путь. Как говорит Лёша, воды маловато. Ну, метров 10 надо прибавить. А вот что значит, вот если вверх перекрыть, то что будет? Вот это, да. Полностью, да? Нижний водопад. Ущелье после нижнего водопада. Купаться хорошо вот в этом вот улове. Сейчас подойдем к твоей точке. Вон там они заканчивают, видишь? Один на спине. По-моему, они тренируют спасение на воде. Вот тут, если я поймаю малька. Так что я здесь остановлюсь.
всех испугал уже. Ты их всех испугал. Они все исчезли до того, как я туда залезла. Теперь нужно одевать мокрые носки. Дай мне полотенце. Посмотрите. Это же все кувшинки. И здесь их сотни, сотни. Это автостоянка. Уже возмущается. А чё гусю-то возмущаться? Не, ну как? По асфальту. Я просто боюсь. Видео. Вероника, наши ботинки. Там вот атомная электростанция. Я не понимаю, куда я. Я сделала большое увеличение, так что нет. Я поймал. О, смотри, там все. Не было, это луговые растения. Тут все пахнет. Тут все пахнет медом. И вон они летят, 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 летят. Пух летит. Идем? Ага. Витя! Ну, в Вернополе, я думаю, надо играть там. Я уже все смотрела, а я пошла. Только соберешь мальчика. Нет, папа еще будет. Нет, у меня все прям. Леруша? Да, напрягает. Это я. Тут нет столика. А это столик. Пойдет ли пойдет, это они будут падать. Угу. Вичка и уточки. Что такое ты там отломал, покажи. Что это? А, это какая-то колючка. Ты собираешь. Смотреть, что это такое плавало. Ну что, пошли дальше? Это типа сорвать с куста. Oh!
ходили по тем камням. И вот работник парка, помнишь, у нас нужно идти, там это камни. Понятно, сказал работник парка. Все вырубил. Тебя не видно, зайка. Не прячься. Ну а там все очень красиво. Пошли домой. Мы вообще, Витя, так сможешь, ты не думал, что ты это запатентовать? Игра, да. Шапки? А как это? Не поймала. Да не наша левой рукой. Мне тоже. Может, правой? Нет. Ну что ж ты? Ну сыграйте правой. Ладно, может менять. Вперед. Не поймал. Собаки. Ну что, шапка? А, ну бросить. Рвить, лови. Серьезная игра. Надо с бутылкой было бросать, Вероника. А, да, Аня на шапку. А, почти поймал. Ну ты высоко ей, Витя. Она... Я выше стою, было случайно. О, хорошо. Поймал, молодец. Вау! Боже мой! Да. Тоже кто-то сказал, приезжай ко мне в Москву. И это самое... Не появился больше никогда. Да. Потом так... 20! Ой, извини! Да, что-то у них... Окей, у нас только 4. 4. И что это? Что это было? Что это за вскапывание? Вот это чай и торт подаренный. Витя. Смотрит. Как маринкуя. Это играет. Это играющий чай. Что ты так близко держишь? Перо дальнее. Ой. Союз. Давай, давай. Я нажимаю, а он делает... Кайф! Это самый кайф! Я всем рекомендую. Давайте все, а то сейчас капать будет. Давайте. Вероник, не бойся, я тебя не буду тебя снимать. Идем? Давайте, давайте. А-а-а. Ну что, поем, да? День рождения тебя! С днем рождения тебя, с днем рождения наша, с днем рождения тебя. Ну ладно, я же... Ну тут много. Да нет, я думаю, нам... Мы можем по десяткам. Тебе одна свечка. Где вопросительный знак? Уже сгорел. Тебе две свечки. Ну что, я задуваю. Может тебе... Три свечи. Убрать палку? Это жезл. Так, я это... Так, ну давай, задувай. С 13 раз. Ты устал. Так, убирали. Вам спасибо, да. Там вот... А есть будет вот тот торт? О! Я сейчас оператор, а не физик. Смысл в том, что вверху пламя горячее, и, соответственно, больше выгорает. Больше выгорает, больше съеживается.
Ой, какой вкусный торт оказался. Больше съеживается, загибается. Так, с ножом, Вить, разрежь, пожалуйста. Ты как? Наташа! Привет, я пытаюсь очиститься от этого. Солнечного крема. Вить, что ты готовишь? Мясо для папиного дня рождения. Да, выглядит аппетитно. Гуляйте вы так. Это какая старинная песенка. Ах, да? Так эти чего-то были хороши, чего-то души. Нет? Почему мы это жарим там? Что, кстати, жарим? Это хлеб. Да. И, а вообще оно печет. Вот теперь надо разливать тем, кому можно. Красный венок к мясу. Придай мне твой надо есть. Во. Это ж твой любимый Red Bull. Мой? Точнее, кто это? Забыл кто. Ну, в общем, с быком. Вот в шляпе. Слово «тороид» они пытались показать через слово «торро». Это когда было? В первой шляпе. В Розенберге. Это жуют. Да. «Тороид». Да. Я пирамира. Давай с другой просто. Ну давай. Начали, а то уже. Эй, нет. Давай, выключай. Давай. Выключай, выключай. Давай. Ты у него фотографию передам. Да. Днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения тебя, папа, с днем рождения тебя. Тебе X плюс один, X плюс два. Где давай, дуй. Собственно, это желание. Куда это тебе убежать?